Всем доброго времени суток, с вами снова Элисон Роуз, и мы продолжаем рубрику «Ностальгия с Элисон Роуз». Я знаю, что некоторые, а может даже многие этого ждали, поэтому продолжаем с играми моего детства. На этот раз это не пушистая игра моего детства, а то, во что мы играли с братом на Сеге. Точнее, по большей части играл он, а я только смотрела, потому что для меня это ужасно сложно было, честное слово. В детстве это было очень трудно, и мне казалось, эта игра такой грубой, я помню, боже мой. Вы только посмотрите на этих ребят, как же всех перло на MTV, все смотрели мультик «Бивис и Батхит», хотя он такой до тупения тупой, ребят, обалдеть. Ну, кстати, я вам сразу предупрежу, что, скорее всего, здесь будет тупка у меня с управлением, потому что, поскольку это эмулятор Сеги, здесь всегда очень сильно перепутано управление, не то что, да, на дендике. Поэтому посмотрим, надеюсь, все не будет так страшно. И вот начинается великая история. О-о-о! Где-то в небольшом американском городе. Да, ребят, знаете что? Я вот хочу спросить себя, зачем я в это играю? Хотя нет, я должна спросить другой вопрос. Зачем я в это играла? Господи, это ужасно. Но это было весело, тем не менее, в свое время. Поэтому попробуем вспомнить. И вы слышите, почему-то повторение идет какое-то. Но, наверное, подлагивает, это же все-таки эмулятор. И не хочу смотреть на эту собачку, как она скушала билетики. В общем, она съела билетики, вырвала их, и теперь билетики у меня. Так, как же... Давайте разбираться, как, что тут на действие у нас. Нет? Так, это прыжок. То есть, смотрите, я вам сразу объясню, почему я буду сейчас тупить. Я буду рассказывать... буковки, которые я использую для того или иного действия, чтобы вы понимали, как все плохо. Итак, это S. S — это прыжок, английское S. Так? D — это рыгать. Рыгать. А как поменять персонажа бы мне бы? Мне не нравится играть. Нет, что ты танцуешь? Ну, харе! Ну, хватит. Это рыгает... Подождите. Что-то... По-моему, это не та какая-то версия, а... Нет, ну, конечно, та, я понятное дело, что я в это тоже играла, но, знаете, мне вспоминается другая версия Бивиса и Батхита, где все выглядело не так. А знаете почему? Потому что что-то не то. Ну, или мне кажется. Так, как-то это надо теперь подобрать. Действие, значит, S — это прыжок, D — это... Как-то, почему ты подобрал это? То есть D отвечает за действие еще, к всему прочему. Так, куда это я нажала? А, нам нужно найти билет. Да, я играла не в эту версию. И, ёлки-моталки, что же я сделала-то? Что произошло? А, все в порядке. Я играла не в другую версию, нужно было... В смысле, не версию, а я не разбираюсь, честно говоря, в этих Бивисах и Батхитах. Я точно помню, что там мы ходили по торговому центру, но мы не собирали никаких билетов. Вот, не знаю, почему так странно. Ну... Ладно, давайте куда-нибудь high school, как, о, enter, хорошо, что это я сделала только что, подождите, на D это же стрелять, ну, в смысле, рыгать, в чем дело, ну, ёкарный ты, я же говорю, плохое управление, ну, драйв-ин давайте, почему ты не рыгаешь, ты только что рыгал, как рыгать? Не прыгай, не прыгай, а рыгай. Чё ты мне скажешь, парень? У вас нет денег? Ну, конечно, нет денег. Откуда у меня деньги-то? Ах, господи, как рыгать? Как это сделать? Вот как это меня убивает, честно говоря, на этих эмуляторах? Я бы, мне кажется, чтобы не мучиться, купила бы себе консоль. Так, давайте. А я не разобралась, как рыгать по-прежнему. Да я... Мучение! Как же стрелять? Ладно, давайте зайдем куда угодно и попробуем испробовать рыгание. Как это сделать? Так, это мы прыгаем. Но на D было рыгать, а теперь, видимо, нет. Кнопки поменялись. Твою ж мать! Как? Оу! Что это? Ничего не понимаю. Что... Что такое? Ёп... Моё!
Итак, я сейчас понажимаю на все кнопочки, как разберусь, так мы включимся в записи, иначе это невозможно. Я, мать твою, игру перезапустила! А-а-а! Я всего лишь хочу научиться рыгать в этой игре. Что, почему такая ты жесткая со мной? Ну! Итак, продолжаем. Я разобралась. На самом деле проблема была в том, что у меня было выбрано не рыгание, а, короче говоря, что-то другое. В общем, неважно. Я разобралась. Давайте, поехали, 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 поехали. Так, оть. Ну-ка, убьем его рыганием. Умри! Да что ты будешь делать? Ты посмотрите, вот это... Фак. Так, так, мы его убьем. Yes. Опять. Он в нас с чем? Вантузами, что ли, кидается? Надо же. Нифига себе, как надо жать кнопку стрельбы, чтобы... О, ёлло-мало-ло-ло. Эй, за что это она меня? Между прочим, я не понимаю, почему так плохо она со мной поступ... Мать твою. Да, ребята. Какая-то злая школа. Какие-то ребята с вантузами! Ой, боже мой, оказывается, это так сильно неудобно, что... Я не знаю. Умри! Какая конечная цель-то у всего этого? Yes! Я перепрыгнул! Да! Я это сделала, я молодец. Но в итоге ты чё? Какой смысл-то? Вот почему она меня задела-то опять? Вот как можно было от нее увернуться? Зараза. Уть! Хорошо, женский туалет, мужской в смысле. А, так, что-то можно здесь подобрать? Что такое? Ну, а, наверное, что-то можно использовать на этом туалете, но у меня ничего нет, поэтому мы выходим из туалета. Ой, вы только на это посмотрите, боже мой, если вы так же мучились в детстве, как и я, то обязательно напишите об этом в комментариях. Да, главное, кнопки не перепутать. Да, перепутала! Я тебя сейчас убью! Убью! Зарыгаю до смерти! Да! Ах, знать бы мне, как переключаться между этими заразами. То есть я этого не знаю, и, к сожалению, плохо это, что я не умею... Да откуда вас столько? Люди вантузов, откуда вас столько? Что, сообщество лысых людей с вантузами где-то неподалеку? Что вы все здесь делаете? Твою же налево. Эть! Поздно прыгнула. Можно туда зайти? Можно к директору зайти? Добрый день. Что это у вас тут? А можно подобрать? Я бы очень хотела это сделать. А, как подобрать? Он у него на голове, как кусок торта, который я не могу достать. Может, надо его смутить рыганием, чтобы он отдал? А? Хм. Видимо, что-то надо сделать. Блин, как же... Вот по сути, да? Не разберешься. А, его надо как-то отвлечь. Ну, скорее всего, отвлечь. Ну, или нет. Как-то он рыгнул. Ну, все это плохо, что в итоге мы ничего не нашли. Ну, простите меня, я на самом деле... О, фак, фак! О, ну я тебе сейчас сделаю. Я тебя сейчас зарыгаю до смерти. Сборище вантусометателей. Вам конец. Хорошо. Почему надо идти в обратную сторону опять через врагов? Это нечестно. Срань господня. Грёбаное управление. Нет! Так, да что такое? Не, ребят, я плохо играю в эту игру. И как это было раньше, так сейчас! Рыгать, рыгать. Да рыгай уже, рыгай, рыгай. Рыгай, говорю, что ж ты такой? О, наконец-то, боже мой. Я полудохлая, я сейчас умру. Нет, нет, ты не позволишь. В смысле, я не умру. Что я несу, что за не позволишь? О чем я говорю, что я... Что я этим имела в виду? Я не знаю, наверное, потому что я неудачница. Вот опять она меня ударила.
Скотины, да что все против меня в этой школе? Я здесь серьезно учусь или это... Ой, кажется, я померла. О май гарбл. Так, мы попали в ад. Но это плохо. Так, давайте опробуем какие-то еще другие места. Возьмем пультягу. Так. Я хочу вот сюда. Можно? Что здесь у нас? Так, подготовились. Подготовились. Хорошо. Подготовились. Давай, давай, давай. Умри, умри, умри. Блин, я не... вот вы знаете, они распространяются, эти враги, так как тараканы. Их так много по дороге, но я же не могу знать, что там вот за углом еще один враг. И теряю из-за этого драгоценные, между прочим, жизни. Вот еще один. Вот от меня ударил, конечно, я же не знала, что он там. Как я могла догадаться? Знаете, кем сложнее всего играть? Бивис Батхит, кто это? Не знаю, но вот им сложнее всего, вот эти вот, другом, потому что им нужно разворачиваться попой и пукать. То есть это с трудом можно сделать, сообразить, тем более. Я-то не всегда попадаю, как вы видите. Уже во взрослом возрасте, ну тебе конец. Зарыгаю до смерти. Угу. Интересно, почему они умирают от моих рыганий? Неужели я чем-то радиоактивным рыгаю? Как вы думаете? Наверное, да. Чем-то, наверное, очень радиоактивно. Уль-лоль-лоль. Не трогайте меня. А почему здесь меня не трогают охранники? Какая связь в этом? Факт ап. Пойдемте зайдем сюда. Чего? Ах ты, ух ты. Это ты как это? Он меня так не любит? За что? Надо же быть таким говнюком, да? Чтоб ты помер. А его нельзя убить, наверное, нет? Ну, можно, наверное. А за что он меня так не взлюбил? Я не успела прочитать. Что, это можно подобрать? Мыло подобрали, хорошо. Так, что у нас здесь? Давайте сотрем это. Я думаю, кто-то нехороший. Вот это, да, мыло. Ну или нет. Ладно, очень сложное управление. Так, не, ребят, давайте заканчивать. Я думаю, этого хватит для того, чтобы вы поняли, в какую жесть я играла. Нет-нет-нет, какой ты злой, какой ты злой, какой ты злой. Бежим-бежим-бежим-бежим. Ладно, выходим отсюда. Вот надо же быть таким говняком. Я просто зашла мороженку взять. А он что? Все эти места меня недолюбливают. Я прям прыгнула в нее. Я, может, хотела покататься в тележке. Почему она так плохо на меня отреагировала? Плюемся сейчас. На! Получи. Чем-то я, интересно, пуляюсь. Каким-то горохом каким-то. Очень плохо. Сейчас еще один вылезет. Еще один. Ну, ну! Ну! Где ты? Вот, а почему он меня задел? У тебя не такая длинная дубинка. Это нечестно. Я тоже хочу большую длинную дубинку. По-моему, рыганием его убить гораздо проще. Да ёшкин ты. Ну все, умри. 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 Не, я, конечно, понимаю, смотрите, почему они умирают от плевков, да, но... Почему они умирают от моих рыганий? Не знаю. Так, вернемся в дом, и я думаю, оттуда и начнем. Ну, в смысле, как начнем? Закончим, точнее, я хотела сказать. Все? Да что же вы... Нескончаемые клоны, отстаньте от меня. А это что за сборище? Сборище подражателей... полицейским, или кто вы такие? Почему вы так меня недолюбливаете все? Валим отсюда. Валим, 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 валим. А как бы... А, нужен пультик, наверное. Все, все. Плохо дело. Очень плохо дело, ребята. Это очень сложная игрушка на эмуляторе. То есть невозможно в нее играть. В общем, да, это был маленький показ. Надеюсь, он был хоть более-менее смешной. Хотя я в этом не уверена. Большинство времени я просто тормозила и тупила, потому что не понимала, что надо делать и куда жать. До сих пор не поняла, кстати, как поменять местами Бивиса и Батхита. Ну, это ладно, это все не особо важно. В общем, всем спасибо за внимание. С вами была Элисон Роуз.